И главная новость, пришедшая буквально час назад. Командующий военно-морскими силами Украины Денис Березовский присягнул на верность автономной республике Крым. Присягу у Березовского принял Сергей Аксенов, назначенный Верховным Советом Крыма председателем Совмина автономии. Вот как это было. Сегодня, 2 марта 2014 года, реализуя полномочия, предоставленные мне Верховным Советом автономной республики Крым, я издал приказ. Зачитаю вам текст приказа. Приказываю, первое, всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя, считать неподлежащими исполнению любых решений, приказов и распоряжений самопровозглашенных органов и должностных лиц Украины, в том числе незаконно назначенного министра обороны Украины Тенюха. Второе, не принимать каких-либо решений и приказов по применению оружия до получения моих особых указаний. Третье. Обеспечить неукоснительное соблюдение и выполнение моих приказов как Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым и города Севастополя. Четвертое. Немедленно довести настоящий приказ до сведения военнослужащих военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя. Верховный Главнокомандующий Автономной Республики Крым Сергей Аксенов. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Реакция исполняющего обязанности министра обороны Украины последовала незамедлительно. Игорь Тенюх отстранил Дениса Березовского от исполнения обязанностей командующего военно-морскими силами Украины из-за неспособности организовать управление войсками в экстремальных условиях. Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Кроме того, в прокуратуру переданы материалы для правовой оценки действий Дениса Березовского, сообщает издание. А Генеральная прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении Дениса Березовского по статье «Государственная измена». Исполняющим обязанности командующего ВМС Украины назначен контр-адмирал Сергей Гайдук.